«Все это так», — согласился Щедрин. «Но я ничего не понимаю. Какое чудо случилось сейчас?» «Перейдем к делу», — сказал доктор. Он сел и взъерошил волосы. «Если здесь нет никакой путаницы, то во внук того декабриста, что был спасен здесь, на Оланде, двумя русскими, солдатом и офицером». «Да», — сказал Щедрин, — «это кажется так. Но откуда вы об этом узнали?» «От Марты», — сказал доктор. «Вы сами ей об этом сказали».